Дорогие друзья, и сегодня мы будем слушать топ-1. Сегодня в Lemon Box. Да, мне выполнит. Спасибо, блять, за Ниту. Когда нахуй у меня профиль выглядит лучше, чем весь аккаунт, сука. Ну да ладно. Вот, это моя основа. Вот 33 на Эмс был. Я второй силой апнул Эмс на 30 раунд. Но потом что-то не пошло. Потом надо было прокачивать. И такой бык 1319. Коль также 1312. Ну, почти практически. Липримой шельк на 1111. Пока 28 ранг. Сту на 27-м, Бо на 25-м и Брок на 25-м, Рика на 22-м. Вот 8-би тоже на 20-м ранге. В списке лидеров сегодня симуляция. Уже? Окей. Мы погнали сначала. Будем пушить, наверное, Карла в ограблении. Потихоньку, помаленьку будем его пушить, да. Потому что каждый день вот эта гонка за первое место уже какой-то малыш апнул 30к сегодня. А нужно быстрее как бы догонять мне пуш. Они уже по 2000-3000. А я, блин, только проснулся, а уже надо... пушить. Не понимаю вообще, как они так делают. Фастер. Вот, получается, на карте побыстрее проходит игры в ограблении. Плюс 68. Все нормально идет, да, пока что. Ну, плюс 44. Но все равно каждый кубок важен. Вчера вот я за один день апнул 11к. В этом, блин, бравлике. Причем это быстро было. За целый день апнул. Вот так вот. Так. Почти. О! Сейчас мы апнем 20 ранг, получается. Либо 21, либо 22 у нас залетит. Мне кажется, у нас залетит 21. Ну, почти, да. Почти. Проверка на робота. Да я насыпыс. Так, что у нас будет? Эмплифи. Плюс 105 кубков, 20, почти 23 ранг. Ну, он почти не считается. И почти, скоро будет 25 ранг, близко. Уже подходим к этой отметке. И почти классовая. До 25 ранга просто плюс 751 кубок. О боже мой. Ну ладно, давайте 800 доапаем. Точнее, за меня доапают. Да, 800. Так, и да, GG. 26 ранг. И 12000 кубков за один. Почему я нажал на этот ящик? Так, ладно. Вот 12000 кубков. Еще награды по БП есть. Небольшие такие, скромные. Так, два мега ящика. Ничего, еще второй. Ничего. Третий, шесть предметов. И что же нам выпадет? Мэнди? Да. Ну, а что, качнем ее, качнем. Чмонь. Все, почти на славу накопили мы. Ну, точнее, копим. Пока у нас высадим бровлер. Так. А это что? Вот. И это возьмем. А, ой, у меня недостаточно монет. Ну, ладно, по блату не прокачали. Ладно,
Берем ниту, покупаем какой-то скин. Какой хороший день, чтобы пойти на СВО. Хороший день, чтобы разбомбить всех охов. Как... Вот такой возьмем скин. Вот такой скин. Потому что нет проблем из двумя банки. Сейчас тут было плюс 800 на 21 заход. Я быстро апаю 40. Да, нита пошла, что-то тяжело. Ну, плюс 56, да, что-то ну, все. Медленнее идут кубки. Так, плюс 90, проверка. На... Да, я насыпь. Ема. Ну, нита что-то не идет. Никак там не идет. Вообще не идет, как бы. От слова совсем не идет. Это мой новый проект на основе нуба старого, где вам большие кубки. О. Не заебал. Бравлер уже. Пусть на у него в курсе 15 ранг останется еще. А какого? Я на каждый не брал мастерство, точно. 100 кредитов. Берем Мэнди Кэнди. И идем в ограбление. Это, конечно, очень долгое видео получается из того, что плюс 48. Вы что, издеваетесь? Могу... О, 106. Это быстро, согласен. Уже 12к есть. Осталось апнуть еще больше в размерах формата. Больше. Я пока ничего не буду говорить, чтобы была интрига. Ну а так, я помню одного ютубера UFC, он что-то перестал, я его ввожу код, чтобы, да блин, нахуй, ну, боже, короче, реклама Альфа-банка. А так я ввожу код UFC, он говорит, что типа, он какой-то не такой. Хотя остальных там Андрея и вот этого других там есть, он странно, да? Это очень странно, что нет UFC коз, хотя он был самым популярным. О май бог, 69. Ладно, осуждаю, конечно. 95. Мони Маквин, кстати, выпал. 95. Че я рисую? А, пасхалков, тики пасхалков. Включаем вентиляторы. Так, вот. И плюс 40. Ну, 6-й ранг. А, наверное, может, 30-й, может, 29-й. Но это должен быть спидран. Это должно быть в марках спидрана. Жозеру Ангелом. Вот 30-й ранг подлетел. 13 тысяч кубков. Куча мастерства на дороге Мэнди Кэнди. Это жестко. 200. И еще 600. Омега ящик никому не нужный. Ну, в смысле нужный, потому что в оригинальном Brawl Stars нету ящиков. Их же удалили, вот и поэтому. Фух, вот так. 8-й.
Сил Мэйди на 30 ранг. Плюс 1000. Пока я, наверное, нахожусь. Всем всему место. Неплохо, неплохо. Not at all, not at all. Так, добавляем избранные. Я несу. Это был 1 час, окей. Все, можно дальше апать. Теперь кого можно брать на пуш? Мне кажется, лучше пойдет Роза в проболе. Она будет всех давить своим преимуществом. Конечно же. Да, если я насыпаюсь. Поражение. Поражение, 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 поражение. Победа. 7-7. Нет, это неплохо, однако, неплохо. Вот если бы еще тут Винстрик, блин, существовал, это было еще бы лучше. Разработчики Лимонбокс, прошу вас, добавьте Винстрик сюда и киперзаряды. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Так, уже быстро 15 ранг. Я нахожусь пока в топ-70. Это плохо. Это очень плохо. И вот 21 ранг, наверное, будем. Будешь сегодня на 25-й? Ну, да. И 82 кубка, 633 кубка. Осталось совсем чуть-чуть. До того, чтобы 25-й ранг. Да нет, не хочу я ваш альфа-банк. Все, блин. Почти 26-й. Это очень жесткий аккаунт. У меня получается какой-то. А не как раньше. Кого-то апнуть 20-й ранг. Ой-ой-ой-ой-ой. 14 тысяч без видео. Блин. Я что-то затупил. 14 тысяч. кубков. Уже. Уже с 11 прям. Наверное, не знаю. Уже в списке лидеров. Все, интерфей. Я на 61 месте. Хуру сети. Хюра это. Ах, Хюра, Хюра. Ты за минуту назад. Быстро. Надо пушить. И у меня сколько там я в симуляции? Сегодня 2072 кубка. Они еще не засчитались. 54 место. Ну, пока сейчас будем апать, получается. Вот это. Worry and worry. Момент по приказу. Ну, отступление. Все, погнали в бабл-бол. Так, все, ограбление. Нет, зачем? Я на 20 поставил. Ладно, сейчас. Извини, плюс 42 кубка. Нужно, чтобы все быстро апалось в больших размерах кубки, потому что если мы не будем апать большие кубки, то тогда будет плохо. Очень будет плохо. Так. 14 ранг уже есть, 268 кубков. Теперь надо нам больше кубков апать, чтобы попасть на топ-1. Но топ-1 уже апнул аж 30 тысяч кубков. Там, ну, нет. Нафиг надо, блин.
рекламу от Альфа-банка. Вы что, издеваетесь, что ли? Не ТБ-банк, ну, Тинькофф. Не Альфа-банк, а только Сбербанк. Только Сбер. Да, все. И точка. Странно, что сейчас называется Сбер. Раньше еще раньше, когда были царские времена, назывался Сберегательный банк. Ну ладно. Я что-то, когда я такие большие видосики пилю, у меня телефон перегревается из-за того, что я видео как бы загружаю, и он перегревается из-за этого. И 14787 кубасиков, плюс 80 кемов, кроме ящик и ничегошеньки. Еще тут блингов, еще мега ящик, из которого нам выпадает. Вау! Целых ничего! Толка. Гемасики. Так, ладно. Уже максимально бойцов есть на высоком ранге. Это круто. Дальше. Попа как у Тика. Президент Бабл Квас. Можно. О май год, 69. Ай-яй-яй-яй-яй. Жестко. Год. Ну ладно, пошлите в осаду, а под его васаби. Хотя бы на 20 ранг, минималка. Я раньше, помню, когда еще я играл в 22 году, я все хапал на 20 ранг, чтобы типа, а потом уже 22-е появились, там 23-й, 24-й, 25-й. Ну, это все хапалось в маленьких размерах, так что бесполезно. Ну, как бы, какой толк? Так, плюс 40. Так, можно 15 000. 15 000 кубасиков уже. Я, конечно, на розе не забирал. Да, на розе. Еще кого я апнул быстро. Вот Лари и Рори. Так, быстро собираем все наградки. Какой Лари Лори титул? Я тут закон. Ага. И 15 000 кубков. У нас теперь есть 15 000 кубков. Это красиво смотрится, конечно. Фрофлюс 11 000. Прям 4 000 апнул. Просто быстро. 18 000 кристаллов. О, респект. Вот. Задание все почти. Собрать 100 000 монет. Окей. Все. Можешь теперь пооткрывать боксы. Вернусь, когда что-то выпадет. Вот сейчас пассивка на Эмс и еще что-то выпадет. Лайк плюс подписка. И здесь выпадет Лего либо Мифик. А, я хотел банк, кстати. Да нет, ну нет. Все, вот сейчас Варлей у нас есть. Что за скин у него там? Чего? 30 000 блингов? Вы чё, издеваетесь? Так, ладно. Приступаем к продолжение Тику в осаде. Плюс 70. Вот. Окей. Да нет. Так. Не ласкатка, а почти финишная прямая. И 20-й ранг. И
И все, у нас уже 21 ранг. Сорок третий. Я 43-й. Я 43-й. Ну, все бойцы у этого чела. Лёша, блин. Коль, наверное, я так и думаю, что Коль, наверное, в высоком ранге, да? 4245. Слитый. Драку, драку, драку. И куча бойцов на нуле кубков. Третья луна. Вот это, как его там? Называется Слава Лунная. Третья. Получается, да? И смотреть, у меня больше кубков, чем у него. Он был 2 часа назад. Дикий пуш, который дико пушил. Он... У него 13 бойцов и все по высокие ранги. Это жестоко. Ну ладно, всем удачи, всем пока.